Какие бы правила ни диктовала жизнь, а покупатель во все времена прав. На этом не перестают настаивать учредители даты и те, кто ежедневно следит за тем, чтобы не нарушались законные права и интересы потребителей. В этом году было решено уделить больше внимания цифровым технологиям. «Цифровой мир – надежные смарт-устройства» – таков девиз праздника. Однако, как показали результаты горячей линии, проведенной сегодня специалистами городской администрации, Кандалакшан беспокоит совсем другие темы и вопросы. Верхнюю строчку в рейтинге самых злободневных занимают квитанции за вывоз ТБО, оказание жилищно-коммунальных услуг, цены на лекарственные препараты. Все чаще горожан беспокоит и качество товаров в местных супермаркетах. Люди не должны бояться жаловаться на нарушение своих прав, не должны бояться обращаться к продавцу с заявлениями, потому что зачастую вопросы удается решить, не доводя их до суда. Бывают, конечно, сложные ситуации, когда продавец либо лицо, которое оказывает услуги, не идет навстречу гражданам. В этом случае у нас в городе есть территориальный отдел Роспотребнадзора, куда население может обратиться за оказанием им консультационной помощи. В случаях, когда продавец или лицо, оказывающее услуги, не идет навстречу покупателю, смело отправляйтесь в Роспотребнадзор, территориальный отдел которого функционирует в нашем городе. Сотрудники консультационного пункта проведут разъяснительную работу, окажут методическую и практическую помощь, в том числе и по составлению исковых заявлений в суд.